Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, в этой жизни я обожаю две вещи. Это двойные стандарты и предвзятость. Ведь именно об этом сегодня у нас и пойдет речь. Но начать, как обычно, я хочу немного, так знаете ли, издалека. Вот есть такой журнал Rockstar Bombit. Там, так или иначе, с периодичностью раз в день или раз в два дня публикуются какие-то новости из самповской сферы. Иногда они публикуются из самповской сферы YouTube, иногда они публикуются еще из каких-то Прочих э, сферой э, сферы серверостроения или что-то вроде того, и вот э, не так давно э, в этом сам Rockstar Bombit опубликовалась новость насчет э, сам прп Там они мол, сказали, что э, э, сам про запускает такой квест. Ты там заходишь, регистрируешься, э, качаешься до 10 левела, вступаешь в организацию, проходишь организационный квест, и получаешь какие-то деньги и при этом за э, э, вот весь свой игровой путь вот эти вот, знаете ли, э, 10 левелов. Плюс там организационный квест, плюс а, все вот это вот все. А, как бы не нужно получать банов и варнов, но это само собой а, разумеется. И а, Рукстар бомбит, как бы молодцы не остались равнодушными, рассказали о том, что а, на сам ПРП проходит вот такой вот такой вот квест, а, выдвинули его в массы и так далее. Однако... До этого я уже замечал какую-то предвзятость со стороны а, Рукстар бомбиты к сам ПРП. Вы знаете, то есть как должны по идее работать, вот как лично я себе это представляю, а как должны работать, вот знаете такие всякие а, информационные издания, вот которые там публикуют какие-то новости из а, самповской сферы Ютуба, из просто какой-то самповской сферы, в общем из Сампа. Я думаю, что они просто должны говорить о том, что существует там, ну, то есть а, просто вот произошло какое-то событие, они из этого Какую-то новость, рассказали людям и так далее. Тут же, как получается, они рассказывают о какой-то а, там новости, о чем-то еще, и добавляют какое-то свое никому нахуй ненужное мнение. Хочешь, высказывать свое мнение, без проблем создавай свой какой-нибудь а, блог ВКонтакте, там страницу ВКонтакте, что-то наподобие того, опубликуй а туда свое мнение насчет всего этого. От этого тебя как бы а, никто не отговаривает, никто тебе ничего не скажет, если ты на какой-то своей страничке будешь выражать а, свое мнение, и так далее. Другое же дело, когда а, казалось бы, ты информировался. Информационное сообщество, которое людям должно сообщить какую-то объективную повестку дня, объективную э, новость того, вот что произошло, там как произошло, где произошло. А тут просто мы заходим, как будто бы к какому-то, я не знаю, GTA сам ютуберу, который а, предвзято относится к сам ПРП до этого у них тоже были такие а, закидоны, потому что а, один из игроков придумал такую, знаете, игровую рулетку, которую он там сам сделал, сам написал. А, в общем-то, он крутил вот эту вот самую рулетку, раздавал. А, а, то есть, это была чистая инициатива вот этого вот самого человека. То есть а, вот эта вот верхушка сам ПРП к этому не имела абсолютно никакого отношения, но а, рокстар бомбит, все выставили так, что, мол, а на сам ПРП вот посмотрите, какая хуевая рулетка, пипец, типа, блять по там вот это вот в пейнте, блять нарисовали, сделали, пиздец, но ну это что, это ж не ведро огурцов, это же должна быть нормальная рулетка, а вы сделали вот что-то такое, вам как, вам вообще а не стыдно и так далее. И ну, ну, это какой-то полнейший пиздец, и даже вот в комментариях, слава богу, что в комментариях а, в РуКСТар бомбит к этому посту нашлись какие-то адекватные люди, которые написали, мол, а когда у Аризоны выходит какой-то квест, все-таки ебать круто, классно, как сам ПРП пытается что-то сделать, его все гнобят. И а, редактор там или еще кто-то ответил, что сравнивать квесты Аризоны РП с сам ПРП это немного некорректно, потому что у сам ПРП это получается какая-то полнейшая хуйня, а у Аризоны РП это всегда получается что-то очень что очень классно и так далее. Я ни в коем случае тут не хочу как-то защитить сам проп или сделать что-то. Хотя нет, я, наверное, все-таки защищу сам ПРП, потому что а, сам проп в данном случае не виноват их просто даже не знаю оклеветали, что ли или как это еще можно назвать в общем сказали про них полнейшую хуйню того чего на самом деле а, не было в общем а, а, в чем вообще дело это все а, на Аризоне РП есть квесты на Самп РП вот сделали вот такой-то вот один глобальный большой квест то есть а, на Аризоне квесты если вы посмотрите то есть ну они практически такие же как на Самп РП, за исключением того что а, на Аризоне РП вот какие-то квесты нам дает квестовый персонаж а на Самп РП они приходят просто от куда то там из воздуха и так далее, но тем не менее, на сам ПРП квесты появились в каком-то там бородатом году, и с тех времен а, не менялись. На Arizona ЖРП квесты появились относительно не так давно, и разумеется, что научившись на ошибках каких-то других серверов, они смогли уже отладить свою систему по квестам. Но если говорить с точки зрения какого-то там, знаете ли, самого функционала этих самых квестов того, как они выполнены, того, как они сделаны, что за них дается, как а, там приходит на или что-то наподобие того, то квест абсолютно идентичный, только сам прп сделал же намного получается э, намного глобальнее квест, то есть э, Типа такого квеста системой не заложена, это квест, вот именно от каких-то самих вот этих вот а, красных администраторов, или там от еще кого-то, я точно не знаю, от кого этот квест. Я вообще не знаю, возможно, а, Рукстар бомбит это придумал. Лично я, как бы, а, немного так посмотрел по информации. Вроде что-то такое есть, но где-то вот каких-то точных упоминаний насчет всего вот этого вот квеста. Я не нашел. Возможно, во время монтажа ролика я что-то подобное найду. Однако, ладно, тут же у нас, даже если нету этого квеста, допустим, так или иначе, новость а, в Рукстар. Бомбит вышла, в которой они просто сказали, что типа квест на сам ну полнейшая хуйня, а вот Аризона, если сравнивать те же, с той же Аризоной, то это да. То есть я, как игрок Аризоны, я недостаточно достаточно часто играл, я на ней достаточно часто а, снимал видеоролик. Я не хочу в данном случае защитить, опять же, сам проп и как-то принести Аризону Роли плей. Нет. Квесты и с той, и с той стороны, в принципе, сделаны достаточно хорошо, достаточно проработано и так далее. Все дело в чем? Все дело в том, что квесты на а, эм, Аризона Роли плей, то есть их, допустим, как сделали квест вот на 23 февраля, они так и остаются. Как сделали квест на 9 мая, все остается точно такое же. То есть и на сам ПРП квесты, они представляются бы точно такое же, то есть на Аризона Плей ты едешь там от чекпоинта до чекпоинта, там даже уже имена вот этих вот знаете квестовых персонажей они остались точно такими же, так тогда какой в этом смысл-то я не понимаю, то есть имена остаются те же самые персонажи из года в год одни и те же дают одни и те же квесты. В чем тогда проблема? Почему э, редактор Rockstar Бомбит считает, что э, квесты на Arizona Role намного пиже, чем на сам ПП. Сам ПрП вообще сделали э, глобальный несистемный квест. То есть э, нужно там прокачаться до 10 левела, не получая никаких наказаний, и так далее. И тогда э, вы, в принципе, сможете получить э, какие-то привилегии. И тогда в общем, неважно, вы в любом случае получите э, э, эквивалент виртуальной валюты на сам ПрП, поэтому э, ничего такого сверху естественного тут нету. С другой же стороны, имеем Резону, на которой а, такого, типа даже близко, нет, чтобы там Аксуда мог закачаться до 10-го левела и ему что-то дали. Нет, просто а, существуют квесты как факт. То есть, а, квесты, вот они сами вот как факт того, что они существуют. То есть ты заходишь на проект, а, на сервер и так далее, у тебя встречают начальные квесты. Тебя встречают а, начальные квестовые персонажи, которые объясняют тебе, что, как, а, где тут можно сделать, куда пойти, куда что сделать и так далее. А, квесты на сам ПРП же а, делают все точно так же. Так в чем отличие? Это. В чем отличие этих самых квестов? Мне вот этот вот а, редактор Рукстар Бомбит, который опубликовал вот эту вот статью, он объяснит мне вообще, в чем кардинальное отличие, если квесты по факту представляют собой одно и то же, даже на системном уровне. Единственная претензия у меня к квестам на сам ПРП это то, что они безумно долгие. Они а, количество того, что там нужно сделать, это полнейший пиздец. Приведу пример. А, на той же работе грузчика, это самый первый квест, который встречает вас при входе на сервер, а на той же работе грузчика нужно перетаскать 20 мешков. Зачем так много? Я на пятом мешке мог понять вообще, что, как, куда нужно сделать. Потом перетащить 50 кустов на ферме. Зачем так дохуя? Я на 25, на 15, на 10 мог понять, что сделать. Возможно, это делается для того, чтобы квесты были а, намного дольше и получить какой-то левел. Для того, чтобы куда-то там инвайтнуться было а, проблематичнее. Для того, чтобы чуваки не создавали твинк аккаунты и а, не продавали вот эти самые аккаунты на каких-то площадках. Однако, это так или иначе онлайн. А вот этими вот длинными сюжетными квестами, они их просто вот отталкивают однако ладно мы опять-таки зашли вот эм, не в ту какую-то стезю не ту эм, поставщую и все только я не знаю что такое поставщик только что это слово придумал если оно реально существует то все очень классно если не существует идите э, неважно куда так вот и я вот просто тогда не могу понять, в чем проблема редактора Rockstar Бомбит. А, его он просто предвзято относится к сам ПРП. Ему просто, вот, допустим, его там как-то банили, его как-то принижали и так далее. Да, на сам ПРП были, безусловно, проблемы. Было еще что-то. Мне этот ролик а, не проплачивал сам ПРП для того, чтобы я унизил там Rockstar а, Бомбит или Аризону РП. Нет, ни в коем случае. А, как бы, ну, типа, ну это даже. Я, я просто предугадываю, что кто-то может такое подумать. И поэтому, а, нет, я не знаю, поверите ли вы мне на слово, однако ну так или иначе, я даже тут ошибки какие-то, не ошибки, а проблемы некоторые проблемы с сам ПрП сказал ну, в самом деле, мне вот непонятно как редактор, человек, который а, посвящает людей в какие-то новостные события, настраивает людей против сам ПрП, при том, что сам ПрП на данный момент он даже Адванс обгоняет даже обгоняет Адванс, при том, что на сам ПрП, а, там нету такой вот а, мощной прям рекламной кампании, которая задрочена вплоть до на промокодах, и вот тут хотелось бы сказать, Адванс, может не нужно делать вот рекламную кампанию, задроченную на промокодах. Ну вот смотрите, вот сам ПП вроде как такого ничего не делает, и у них вроде как онлайн даже больше, чем у вас как такое получается, непонятно, да, вот, то есть, достаточно забавно, достаточно странно. А, в общем, ладно, для меня до сих пор остается загадкой, почему, зачем и как а, вот это вот все, Рокстар бомбит вот эту вот всю хуйню вкинул, типа, мне абсолютно непонятно, я бы на их месте удалил пост и извинился перед сам ПРП, потому что, ну, сам ПРП хейтить модно, согласитесь, потому что сам ПРП, блин, Капон там всех банил, всех варнил, удалял аккаунты, пиздец, Капон, бля, как так, ну, в общем-то, как-то все это происходит именно так. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.